Мы с Сашей только что оплыли все озеро, абсолютно все целиком озеро. Сегодня очень много людей, очень много. Там, вот видите, пляж за людьми, ну, наверное, 1000 человек. Самое интересное, что ни одного крика, ни одной ездят, там бутылки, никто не курит, никто не пьет, ничего, никакого спиртного. Никаких там этого секса в воде, никаких, я не знаю, никто ничего не кричит. Тут отдыхают семейные люди, да, вот как я с ребенком, тут отдыхают молодежь, вот взять меня, да, парни, да, отдыхают. Девчонки на кону, молодежные компании отдыхают, пожилые женщины, тут плавают пожилые люди с такими желтыми, оранжевыми поплавками, чтобы было видно их, ну, наверное, в случае, если что, с сердцем, чтобы их можно было увидеть, спасти быстро. Представляете, и вот люди приехали за какой-то едой, ни одной коробочки, ни одной бумажки нигде не летает, не плавает. А урны все вот только там, в самом начале пляжа, там, где пляж, вот там есть душевые и, ну, туалеты, и там же, ну, попить роднички и эти мусорные, эти trash can. Вот, то есть люди, которые... Это пожарка. И люди, которые пришли с едой, вот они едят и кладут это все в пакетики. Пакетики стоят. Просто пришел и за собой убрал. Представляете, 1000 людей. И ни одного воспитателя за ними не ходит. Никто им не говорит: штраф, мы все видим. Вы кинули там огрызок или там арбуз поели и оставили. Никто за тобой не смотрит. Представляете, сколько людей, тут столько национальностей плавает, и никаких нету. Вот я не заметила ни одного замечания. В то же самое время в России был бы крики, дети бы орали, родители бы орали на детей, мужики бы там подрались, тетки там, не знаю, устроили голые игры, все что угодно, там был бы цирк. Так вот плывешь, и в каждом, вы понимаете, в каждом таком маленьком изгибе есть свой маленький пляж, вот. Он очень как бы интимный, вот так чух-чух-чух, вот такими, знаете, как завитушками все озеро. Вот чем оно известно, что как бы здесь можно, ну, оставить свои вещи и иметь свою личную как бы территорию. И вот здесь, вот в каждом маленьком завиточке, маленькая чистая Америка.